Булгаков, Гоголь, Зощенко и Пушкин. У нас сегодня что, литература? У нас сегодня Анатолий Трушкин. Литература — его конек. Раньше поставь рядом прохвоста и порядочного человека. Сразу видно было, где кто. Сейчас ни за что не отличишь. Иной раз очень хороший человек, но Господь такой рожей наградил, что все увидят, за кошельки хватаются. У нас сосед, бухгалтер в детском саду. Ему пока вечером всех детей не заберут, запрещено из комнаты выходить. Дети пугаются, да икоты. У них женой мальчик родился, вылитый папа. Акушерка старенькая на руки его подняла. Он: возьми и улыбнись ей. Она выронила его. Хорошо, рядом врач стоял, успел подхватить. Мальчик и врачу улыбнулся. Но врач молодой, современный, ни в Бога, ни в черта не верит. Крепко держит его одной рукой, другой крестится. А мальчик такой ласковый получился, всем улыбается. Мама мечтает, говорит, вырастет, станет диктором на телевидении. Хорошо бы, может, отводит всех телевизор смотреть. У нас сосед с другой стороны красавец. Ему надо в кино играть героев, спасателей, министров. А у него 5 судимостей. 1000 рублей дает, кассирша у всех проверяет, у него нет, потому что лицо хорошее. А у него как раз все деньги фальшивые. Где написано «вход запрещен», он первый туда. Пропускают, документы не спрашивают. Лицо приятное. Ну и он и привык везде, без спроса. Один раз сунулся, а это трансформаторная будка. И то его не сильно ударило. Бухгалтер сунься, убило бы без разговоров. Недавно мужчина один тонул, плавать не умел. Бухгалтер вытащил его, откачал. Тот взглянул на спасителя и опять в реку. У женщин то же самое. Внешность может обмануть. У одной, я ее знаю, тик просто. Подмигивает и головой чуть дергает. Получается, что как будто зовет с собой. Она, между прочим, учительница. От наших детей у нее и тик-то. Она пока из дома до школы дойдет, сколько им подмигнет. А мужчины сейчас очень слабенькие пошли в нравственном отношении. Ну и за ней прямо очередь какая-то вьется. Трудно сейчас разобраться в людях. А раньше поставь рядом прохвоста и порядочного человека, сразу видно было, где кто.